выполните безопасный разворот. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо. Поверните налево. Прибыли в пункт назначения. Мечты становятся явью. Видел новый Макларен? Скоро увидишь, ведь тебе с ним гонять. Точнее, за него. Не облажайся. Можно использовать нитро. Не стесняйся, это даст дополнительное преимущество. Погнал! Продержись так до финиша, и победа твоя! Мы должны победить в этом заезде. Нам эта тачка позарез нужна.
обогнал. Продержись так до финиша, и победа твоя. Надо поскорее отогнать ее в гараж. Но в этот раз будет немного другой расклад. Я сам ее заберу. А ты проверь карту. Я отметил место, где буду тебя ждать. Выполните безопасный разворот. Вы прибыли в пункт назначения. Хорошая тачка, но она явно не для этой гонки. Хочешь сменить ее на что-нибудь более подходящее? Макларен тачка не из дешевых, так что ты уж постарайся доставить ее в гараж целехонькой. Давай, время пошло, а мне еще надо кое-куда заглянуть. Выполните безопасный разворот. Пересчет маршрута. Покинуть круговой перекресток через второй съезд. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо. Поверните налево.
Тебя только за смертью посылать, брат. Ну, хоть доехал, наконец. Макларен П1. Машинка, что надо. Выполните безопасный разворот. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо. Держитесь левее. Выполните безопасный разворот. Через 200 метров поворот налево. Поверните налево. Хорошая тачка, но она явно не для этой гонки. Хочешь сменить ее на что-нибудь более подходящее? Все, что тебе нужно, побить рекорд этого парня. Если сумеешь, он согласится на гонку, чтобы восстановить свою репутацию. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо. Берешь пример с меня? Круто, чувак. Впечатлил. Молодцом. Теперь ему придется поставить на кон свою тачку. Выполните безопасный разворот. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо.
решать, брат. Это классическая гонка за тачку, и тот чувак уже примеривается к твоей красотке. Докажи, что он не прав. Помни, в этой гонке можно использовать нитро. Не стесняйся, это даст дополнительное преимущество. Обогнал. Продержись так до финиша, и победа твоя. Уговор гонять за тачку, так что новый владелец ты. Не переживай, у него кишка тонка ездить на такой красотке. Ну а мы о ней позаботимся. Ладно, возвращайся в гараж. Dodge Charger 2015 года. Образцовый современный маслкар. В списке еще много машин. Садись за руль и за дело. У меня есть кое-какие наметки. Выбирай, куда направишься сначала. Через 400 метров поворот направо.
Поверните направо. Вы прибыли в пункт назначения. Тебе решать, брат. Ну и трепло этот чел. Говорит, что поставит на кон свою тачку против любого, кто придет в первой тройке. Ты ведь сможешь, а? Пропустил контрольную точку. Неплохо. Получилось.
У тебя появился шанс выиграть его тачку. Я отметил место на карте. Через 200 метров поворот направо. Поверните направо. Через 100 метров поворот налево. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо. Через 100 метров поворот налево. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо. Поверните направо. Вы прибыли в пункт назначения. Хорошая тачка, но она явно не для этой гонки. Хочешь сменить ее на что-нибудь более подходящее? Тот парень не желает сдаваться. Он уверен, что запросто тебя сделает. Мало того, он думает, что сделает тебя, даже если ты будешь на его собственной тачке. Давай, покажи, насколько ты крут. Выполните безопасный разворот. Через 400 метров поворот налево. Поверните налево. Ты крут. Наслаждайся своей новой тачкой. Машинка что-то с чем-то. Ладно, займемся оставшимися.